Добрый день. Сегодня посылочка такая приехала. Здесь несколько кубиков. А все они из одной серии. Компания Cubing Classroom, собран компанией мою, выпустили три версии головоломок под названием GeoCube. Или геометрия куб. На коробочке написано просто Geo. Их три версии А, Б и С. Давайте распакуем и посмотрим, что они из себя представляют. В каждой коробочке я вижу подставочку, что не может не радовать. Тоже хорошо. Ну, здесь какая-то инструкция, но она от обычного 3х3. Останавливаться на них не будем. Коробочка обычная, пластиковая, прозрачная. И у всех версий это все одинаково. Подставка. Кубик. Ну или головоломка, поскольку на кубик это уже не очень похоже. Подставка. И кубик. Ну, вот это более всего похоже на куб. Хотя вот не совсем куб. Так, ну давайте проверим, какая версия как называется. Вот это А, вот это Б, вот это С. Ну, посмотрим, в чем же разница. Подставочки пока в сторону. Начнем с самой простой. То есть это стандартный кубик 3х3, у которого не хватает одного угла и трех ребер, ну и соответственно трех центров. Вместо них здесь стоят вот такие вот заглушки, которые полностью их заменяют, ну, кроме самой формы. То есть кубик не разваливается, вращается очень даже хорошо. Да. Пластик самих элементов прозрачный. Не очень такое люблю, но как бы вариантов не было. Кстати, письмо неплохо вращается. Ну, только из-за недостающих элементов. Вот. Пиф-паф делается уже как-то не так. Угу. Так, ну давайте перемешаем, дособерем, чтобы долго не ждать. Уже какие-то свои впечатления будем выяснять. Кстати, резко углов. Ну, достаточно слабенькая, почти никакая. Да. Если вот так вот перемешать, то похоже на кубик, у которого просто немножко что-то выпало. Так, полноценный куб. Так, я не запомнил, какого цвета не хватало, так что будем сейчас выяснять. Ну, белый у нас центр есть. Начнем с него. Синий, красный, оранжевый, зеленый. Так, смотрим. Оранжевый, синий центр есть, красного нет и зеленого нет. То есть у нас не хватает красного, зеленого центра. Ну, и, соответственно, вот этого всего блока здесь не будет. Так, ну, значит, нужно поставить пары. Бело-зелено-оранжевое. Эти цвета немножко сливаются. Их не очень быстро можно находить. Ну, в принципе, возможно. Так. Вот эта пара, видимо, отсюда. Угу. Угу. Так, и здесь вот пары не будет, будет только один элемент. Так, забавно. Кубики как бы в воздухе висят. И раз. То есть мы собрали первый слой и второй слой. Так, дальше нужно собрать крест. На желтой грани хотя бы. Потому что, ну, угадать угол здесь будет сложновато.
А, у нас и в Toyota еще не до конца собран. Желтое ребро стоит на месте второго слоя. Ну тогда мы как бы виртуально подумаем, что вот этот элемент ребро мы должны переставить вот сюда. Вот. Теперь собрано. Ну, здесь похоже на букву Т. Сделаем букву Т. Ну, это было не она. То есть, по сути, нам надо перевернуть вот этот элемент. Поскольку он один, значит какой-то, ну, какой-то вот конкретно вот этот уголок тоже надо будет перевернуть. Как мы это сделаем? Давайте мы это сделаем в конце обычным пиф-пафом, а сейчас переставим ребра. Это вот синий, да, синий, не зеленый цвет. Должен быть здесь, оранжевый на месте. А, ребер у нас всего два. Поэтому надо их как-то переставить. Ну, предположим, что вот эти два ребра стоят правильно. Чтобы эти поменять, мы выполним комбинацию Т. Так. Все ребра на местах. Остается расставить уголки. Вот этот угол стоит на месте. Вот этот тоже. Этот должен быть здесь. А, значит, этот должен быть здесь. Вот получается какая-то лямбда. А, то есть у нас ни ребра, ни углы правильно не стоят. То есть, по идее, нужно поменять два вот этих угла и вот это развернуть. Но разворачивать мы можем легко, без последствий, а поменять два вот этих угла, видимо, просто так мы не сможем. Нужно еще менять два вот этих ребра. Два угла, два ребра. Это же обычная лямбда. Попробуем. Так, да? Сработало. Ну, просто надо представлять, что вот эти элементы тоже существуют и как-то они меняются. Нам остается перевернуть вот этот уголок. Для этого мы просто сделаем пару пиф-пафов. А вот он стал хорошо. Теперь на его место подвернем несуществующий. Делаем еще 4. Как бы вот так. Версия C геокубика собрана. Крутится неплохо, недостающие элементы, конечно, немного сбиваются алгоритмов, но собирать вполне можно, достаточно приятно. Эта версия достаточно простая. Посмотрим, что будет дальше. Версия B. Здесь уже не хватает большего количества элементов, то есть двух углов, трех центров и раз, два, три, четыре, пяти ребер получается. Так, сразу определимся, что у нас полностью белая грань и оранжевая грань. Всего остального у нас нет. Перемешиваем. Конечно, отсутствие резких углов немножко мешает перемешивать. Ну, как-то вот так вот это выглядит. Начнем по обычаю с креста. Красный, оранжевый, синий, где зеленый? Вот зеленый. Так, собрали крест. Теперь для начала соберем оранжевые пары, чтобы было поудобней. Раз пара. Два пара. И дособираем белую грань. Так, ну этот уголок сам встал на место. Теперь нам нужно вот этот угол поставить так, чтобы не захватить никаких лишних ребер. Ну, в принципе, банальные три пиф-пафа, я думаю, нам в этом помогут.
Хорошо торчит уголок. Красивые все эти кубики. Так, что у нас собрано? Первый слой, второй слой. Ойвел. Это у нас ребро. Раз ребро, его нужно по-любому перевернуть сразу. Представим, что у нас здесь палка. Делаем вот так. Как-то так. Что у нас выходит? Ну, два вот этих угла надо переворачивать. Это на рыбку похоже чем-то. Это рыбка. Давайте сделаем рыбку. Что нам стоит? Вот из такого положения. Не, что-то я не то сделал. Ладно, уголки пока оставим. Давайте их лучше переставим. То есть у нас ребро единственное, но уже по-любому можно его сразу поставить на место. А вот углы надо вот эти вот поменять местами. Как мы поменяем местами вот эти углы? Там можно просто пару раз прокрутить треугольник углов. Не хватает элемента. Так, что произошло? Ничего хорошего. Надо просто не из этого положения крутить. Да нет, вот отсюда давайте. Вот так. И еще разок. Ну, при желании здесь можно подобрать сразу нужный алгоритм. Угу. Вот у нас встал на место. Крутим еще разок. Вот так. Все у нас по местам. Осталось только их перевернуть. Можно, конечно, глаза сделать, но мне лень. Раз. Два. Ну и как бы кубик собран. Не намного сложнее, просто недостающие элементы вызывают небольшие трудности. Также хорошо собирается. Ну и вроде как самая сложная версия. Здесь нет ни одной целой грани. Надо ее как-то собирать. Так, то есть у нас частично белая грань и противоположно ей желтая. Здесь нет ни одного центра, что, наверное, усложнит сборку. Так, красно-зеленый. Целые пары у нас зелено-оранжевые, сине-красные. Да, что его долго разглядывать, давайте перемешивать. Так, ну вот что-то намешал. Что-то намешалось. Перемешано, не все выглядят достаточно похоже. Ну и давайте соберем. Так, ну пусть у нас белый центр будет здесь. Красно-зеленый. Так, у нас должна быть вот зелено-оранжевая пара. Где ей стоять? Стоять ей где-то вот здесь. И сине-красная. Сине-красная. Наверное, отправим на ее тоже законное место. Опа, это сделал. Так, ай, не с той стороны. Вот так, вот так. И вот так.
Так, установили две пары. Вот этот еще зелено-красный, наверное, тоже надо поставить на место. Ага. И что здесь я сделал не так? А не так? Я не убрал вот эти вот элементы. Их здесь быть не должно, надо их убирать. Ну, это, кстати, несложно, поскольку много пустого. Мы просто их выбросили. Все, что было, сохранилось. А, вот этот уголок еще надо убрать. Несуществующий. Много элементов не хватает, немного путаюсь. То есть нам нужно на место вот этого ребра поставить вот это вот пустое. Так. Вот здесь у нас воображаемая пара. Вот так. Воображаемую пару поставили на место. И уже неплохо. Что у нас остается? Ребра. Желто-оранжевое, желто-синее. Ориентировано неправильно. Делаем палочку. Так, теперь они ориентированы правильно. Но стоять не на своих местах. Оранжевое на своем. Синее. Синее надо переставить вот сюда. Рыбка нам это переставит. Переставит. Ну, еще уголочек встал на место. Один. Теперь осталось вот этот угол сюда передвинуть. Этот угол на его место. Ну, достаточно, я думаю, будет делать опять же треугольник углов. Так, теперь все стоит на своих местах и остается развернуть уголок. То есть мы будем разворачивать вот этот угол и несуществующий. Здесь два. И здесь четыре пиф-пафа. Практически не за что хвататься при выполнении алгоритмов. Но мы каким-то образом это все же собрали. Весьма забавные головоломки. Неплохое качество. Нескучная сборка. Выглядит вполне интересно. Опять же, это коллекционное издание. Порадует любого коллекционера. Смело можно брать, стоит недорого. Крутится приятно, и разобраться самому с первого раза тоже приятно. Рекомендую. На этом все. Всем спасибо, всем пока.